Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. Этот знаменательный день является профессиональным праздником для всех библиотекарей России. В библиотеках собраны все те знания, которые были накоплены поколениями разных народов на очень длинном историческом пути. В этот день мне хотелось бы поздравить своих коллег, библиотечных работников города Кстово и Кстовского района, а также ветеранов библиотечного дела с профессиональным праздником. Пожелать библиотекарям, а также членам их семей творческих побед, здоровья, вдохновения, а библиотекам нашим процветания и развития на благо наших читателей-земляков. Приглашаем вас в наши библиотеки и хочу, чтобы этот день мы отметили вместе с вами. Библиотеки есть абсолютно во всех городах и селах. Знают ли горожане, как пройти библиотеку, в нашем опросе? Ну, раньше ходил очень часто. Раньше я много читал, но потом как-то все меньше и меньше. Ну, сейчас уже не посещаю. Когда училась, посещала. Мы посещаем, потому что у нас программа довольно-таки сложная и требует постоянного обмена книг, большой информации. Поэтому мы любим посещать библиотеки, да? Да. Вот. Так что у нас большая помощь от библиотек. Я когда училась, посещала, а сейчас нет. Нет времени? Нет времени, да. Сейчас вообще не хожу в библиотеки. Раньше, да, училась и в школе, и в ПТУ училась везде, да. В институте ходила. Спасибо огромное. К сожалению, только в юношестве. Сейчас уже не до этого. И до библиотек. В основном новости по телевидению. Мне очень стыдно. Нет, не посещаю. Хотелось бы приучить внучку к этому, но пока еще нет. А детская библиотека тоже есть? Есть и детские, и взрослые библиотеки, а также учебные и школьные. Чтобы наши горожане не забывали про библиотеки и знали, где они находятся, работники библиотечной системы провели акцию под названием «Знаешь ли ты, где находится библиотека?». Прохожим вручали буклеты с подробной информацией о библиотеках и их филиалах в городе и районе. И цель этой акции – привлечь внимание жителей города Кстово к чтению, к библиотекам и книгам. Приглашаю всех в наши библиотеки, в наши филиалы нашего учреждения. Там очень интересно, и знаете, там не только выдают книжки, но и проводят разные интересные встречи и клубы, также организуются клубы. Поэтому ждем вас с нетерпением, приходите, будем рады вас видеть.